Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Last Day Alive. Так, у нас, смотрите, обновление 0.7 версии. Так, понятно. Улучшение фермы завершено. Забираем 100 баксов. Это наша награда. Больше пока ничего нет. Никакие предложения мне не нужны пока. Горючка 735. Ну, как-то маловато, ребят. Мне не хватит все равно. Что? А, заполнено оружейное. И 5 золота взяли. Так, ящики. С ящиками пока у нас все нормуль. Так, бесплатный ящик давайте открывать. Ну-ка. Что-то, подожди. Не туда нажал, что ли? А, ну конечно, вот сюда надо. Ну-ка, что нам здесь достанется? Пол Одинг. 5 карточек. Хорошо. Блин, где бы мне взять ключи, ребята, а? Чтобы открыть, как говорится, такой хороший уже сундук. Они, которые нам дают бесплатно. Вертолетная площадочка. Да, давайте мы с вами улучшим, наверное, ее. Хотя, подождите. Надо посмотреть, что у нас с городским центром. 1615. Ёлки-палки. Еще столько же нужно добыть горючки, чтобы мы смогли улучшить. Жаль, жаль, конечно. Танкер тоже не получится. Тогда остается только лишь, ребята, в рейд идти. Сейчас бомбанем. Не знаю, сколько нам дадут горючки за выполнение этого задания. Награда 11. Ну что ж, фиг с ним. Правда, здесь одна турелька есть у него, но я думаю, что мы справимся без проблем. Тем более вертолет я себе немножко апгрейдил. Вы это прекрасно видели в прошлой серии. Так что давайте приступим к этому делу. Где у них турель? Вот, вот она. Ее нужно сносить в первую очередь. Ракета пошла. И нет турели. Ну а теперь уже будем тут разносить все к ядре, не фени. Вертолет уничтожим. Оружейную. Нефтяная вышка. А что она такая мощная-то? Эй! Готово. Так, в меня кто-то... Блин, смотрите. Ракета мимо пролетел или нет? По-моему, попала. Хорошо, давайте тогда тоже ракетами начнем бомбить. Ну, что так долго перегрев-то идет, а? Сад снесли. Ох, я думаю, сейчас мы тут все уничтожим. Хотя у меня вертолет уже, ребят, дымится. Фабрику снесли. Так, ракета пошла, ребята. Все, сейчас добьем. Сейчас добьем. Отлично. Так, ну что же, 11 горючки у нас в кармане, 95 ящиков тоже мы забрали. И пора бы, наверное, нам с вами прогуляться на основную сюжетную линию. Хотя нет, ребят, ничего у нас не получится с ней. Там же нужно, по-моему, мощное оружие. А улучшить мы не сможем, потому что нужен этот, как его, городской центр, по-моему, 5-го. Сейчас проверим. Да, 5-го уровня нужен городской центр. В принципе, для чего я горючий себе и коплю. Но здесь есть у нас обычные задания. Зелененькие. Правда, мало за них что дают. Здесь тоже мы ничего такого особого сделать не можем. Есть только проходить обычные зеленые, копить золото и ящики. Потом уже что-то себе улучшать, апгрейдить. Такой вариант. Ну, как-то меня не особо это греет. Можно сходить в ПВП, ребята. Так, 770. Не хватает. Но даже если бы у нас и хватало, стоит ли оно того, чтобы улучшать? Не знаю. Так, это у нас квесты. Пойдемте по ПВПшимся, наверное, маленько, да? Ну что, будем, наверное, по стандарту брать командный поединок. 2 на 2. Так, поставить я себе... Вот у меня только автомат и дробовик. Больше у меня ничего нету. Вообще обнищал. Ни снайперской винтовки, ни пулемета. А так хочется с разного оружия побомбить. Ну что же, опять у нас поиск лобби. А барышня неплохо смотрится с татуировками. Блин, кто, интересно, за меня будет, а? Хочу, чтобы была она. Так, ну что, давайте приступим. Где второй-то, я не вижу.
Один-то вот, охламон. Получи, гаденыш. Ну? Ах ты, убежал. Надо достать его как-то. У него совсем мало хп, сейчас есть. Мы открыли счет. Ух ты, а барышня-то не за нас, хотя, неважно уже. Так, давайте прицелимся. Поехали. Блин, а что, у меня напарник, что ли, погиб? Ну да, видимо, потому что счет 2-1. На, что ты там ныкаешься? Черт. Ну, блин, маленько не хватило. Хотя я его добил, ребят, 3-1. Сейчас мы эту барышню тоже с вами нахлобучим. Давай, вылази. Черт, ну, есть. 4-1, замечательно. Ух ты, у них ящик там, нельзя, чтобы они его подобрали. Вдруг там восполнение хп или гранаты. Это будет нам не на руку. Да что мы так косим-то, а? Черт, он подхилился, а? Так, ладно, будем барышню сносить. У него мало здоровья. Кстати, у меня тоже со здоровьем не ахти. Есть. 5-2, отлично. 6-2. Так, у нас, по-моему, до 8 идет счет. Одну гранату взял. Может быть, бросить ее, а? Давайте-ка... Ой, ё-моё, не туда бросил. Ладно, фиг с ним. По кому ты там палишь-то все? Ай, я из-за твоей головы ничего не вижу. Ё-моё, вот так вот, ребята, вот так проигрываем. Называется, удружил напарничек. Ладно, этот у нас как раз напротив. Будем его колбасить. Да ёлки, посмотри, он подхиливается, а? Слушайте, я, может быть... Оу, нифига. Чё, все что ли? Неплохо я его с дробаша-то, да, приголубил. Мне еще одну звездочку, и я повышусь в ранге, ребят. 50 жетонов ПВПшных забираем. Они никогда не будут лишними. Так, что бы еще? Может быть, партийку? Ну, давайте глянем. Хотя, погоди-ка. У нас же турнир Орда Зомби. Давайте глянем, что это за фигня такая. Клановый турнир, общий. У меня даже никакой позиции нету. Так, загрузка опять какая-то. Бонус за прохождение 0%. Легкий, средний, сложный. Ну, я так думаю, что начинать надо с легкого. Это само собой разумеющее. Потому что мы здесь еще ни разу не были. Что-то впереди нас ожидает, фиг его знает. Сейчас мы как раз это и будем с вами наблюдать дело. Так, эти прыгуны, я надеюсь, их здесь не будет. Как они меня бесят, если честно. Ну давай ты быстрее прогружайся, елки-палки. Сколько ждать-то можно? Убей всех. Угу. Да ё-моё, вон он, прыгун. Так, есть, отлично. Так, кто тут? Пошел. Какого лешего-то? Я же вроде добил его. Так, ребят, пока все у нас под контролем. Я вижу, там бегун бежит. Вот он. Так, а что вообще... А, время, наверное, нужно продержаться, да, ребята? 4 минуты, это дофига. Даже 4 с лишним. О, бегунов много очень. Готово, охламоны. Кто там приближается? Продинамил я. Прыгун, ё-моё. Вот он, наверное, и приближался. Прыгает, гад. Да идите вы отсюда. Ай-яй-яй. Так, этого еще не хватало нам, блин. Да елки-палки, они все ближе и ближе. Блин, жалко, что у меня нет мачете. Очень жаль. Прыгун готов. Бегуны. Так, что со здоровьем? Блин, фигово. Пол хп уже отняли. 3:40. Так, ладно, время еще есть, ребят. Опять бегут. Мы будем, короче, я так понимаю, здесь по этой карте бегать и отбиваться от зомбарей. Наверное, в этом заключается вся суть. Не зря называется Орда Зомби. Тихо. Причем откуда-то берутся, непонятно. Так, куда ты подошел? Ко мне. Так близко. От тебя смердит. Давай. Там еще бегут.
Вот так вот. Да откуда же вы беретесь-то? Прямо из-под земли, что ли, а? Тут вроде не кладбище, блин. Нормуль так. Хедшотик зарядил двоим бегунам. Так, бегут опять. Давай, давай, иди сюда. Как раз подставляется. Просто под очередь. Дергается чё там. Ну чё ты, иди сюда. Опять бегун вылез. Сколько еще? 2,5 минуты. Ё-моё. Слушайте, а я восстановил себе здоровье, ребят. Все-таки не зря я надел тот шмот, когда нам восстанавливают 1% здоровья за убитого зомбаря. То есть смысл в этом есть. Так, опять бежит. Слушайте, хорошо, что здесь нету боссов этих всяких жиробасов и так далее и тому подобное. Так, так, тихо, тихо, тихо. Упади, упади. Нормулька. Можно, в принципе, взять обрез. А, нету у меня обреза. Ха-ха, хотел, думал с обреза пошмалять. Иди отсюда, хедшот. Просто раздаю всем хедшоты. Блин, мне бы, конечно, увеличить как-то магазин у этой винтовки. Было бы вообще шикарно. Беги. Ну, что ты, хламон, последний, нет? Нет, нифига. Ух, ребята, оказывается, не время надо было прождать, а все-таки уничтожить всех. И... просто очки, что ли, получаем? 427. Серия побед 1. Бонус за прохождение 50%. Так, хорошо. Я на 51-й позиции со своими 420 там очками. На 3000 мы, ребята, с вами получим какой-то реворд. Правило. Участвуйте в турнире Орда Зомби и набирайте очки турнира. Выживайте как можно дольше и получайте дополнительные очки. Пройдите легкий, средний и сложный уровень сложности и разделайтесь с жуткими боссами зомби. Уничтожьте волны зомби, не умирая, чтобы получить множители. Серия побед. Воспользуйтесь оживлением, чтобы повысить свои шансы на победу. Набирайте хедшоты и мультикилы. Они дают очки прохождения миссии. Для участия в турнире Орда Зомби нужна энергия. Она восполняется со временем, но вы можете также ее приобрести. Понятно. Так, и что? Клановый турнир. Польский какой-то. Опять же польский. Не знаю даже, ребят, можно, в принципе... А, вот. Что такое? Вот, я себе поставил дробовик. Да, у меня до этого он не стоял почему-то. Странно. Ну что, может быть, еще партийку? Ну, уже на среднем уровне. Эх, посмотрим хотя бы. На легком вроде бы все понятно. Все легко. Ну как, относительно легко. Ну, надо на среднем посмотреть. В результате бы, конечно, бы не против... и на харде поиграть. Так, ребят, сразу чувствуется, что зомби здесь намного крепче. Посмотрите. Уже не падают так легко. Но хедшоты до сих пор работают. Сказать, что их слишком много, это не сказать ничего. Ладно, сейчас мы туда бьем. Что тут? Ты что там делаешь? О, нифига они там. Уже по крышам бегают. Блин, совсем мне это все не нравится, ребят. Так, бегуны. Ага, хорошо, здесь справились. Ёлки-палки. Они меня вынуждают просто взять... Ох ты! Да ладно! Ты посмотри, он... Какой он здоровый! Они же вроде не были такими большими! Да отстань ты... Чепушило такой, ё-моё. Иди от меня. Сейчас взорвется, ребята, сейчас взорвет. Чё такое? Возродиться? Нет, я не буду. Не буду возражаться. Да, ребят, нихера мне досталось, блин. Средний уровень миссии. Нет, это больно жестко как-то. Хотя с зомбарями я бы справился. Но вот с этим вот здоровенным взрывателем не хватило сил. Так, 768 горючки. Да, копить и копить еще. Ну что ж, давайте, наверное, тогда улучшим с вами вертолетную площадку. 900 ящиков, в принципе, мы с вами набьем их легко. А так хотя бы у нас будет улучшаться площадка. Целый час на это уйдет.
Так, а теперь давайте еще маленько попвпшимся. Так, 2 на 2. Я не хочу 1 на 1. Мне так как-то веселее. Довольно прикольный скин, смотрите, да? В противогазе. Такой же хочу себе. Начало. Ну давай, высовывайся, олух. Вот он, получи. Опять убежал, а? Сейчас достанем его, ребят. Сейчас, секунду. Ах, ты куда бежит? У него там хп-то нет практически. Смотри, и не вылазит, а? Блин, жалко, он мне готов. Или нет? Нет, не готов, ребята. Сидит он там. Ё-моё. Давайте этого хотя бы есть. 1-0 в нашу пользу. Так, вылезет, нет? Тот засел, бздит. Ну и правильно делает. Ему стоит только сделать неверный шаг, и я его накрою. Так, этот... Черт, отвлекает меня. Была бы граната, я бы гранату сейчас пульнул бы туда. Баба-то за меня, ребята, в противогазе. На! Двоих пришил. Давай-давай, влази, влази, влази. Ну, блин. Ну ты будешь стрелять? Во, она стреляет. Ну-ка, бочку. Готов. Ух, 5-0. Довольно неплохо идем, ребята. Я бы даже сказал, очень хорошо. Так, они как раз в кучке. Это нам на руку. Я сам тут, смотрите, возле бочки. Если они сейчас в бочку попадут, мне кранты. Но они почему-то этого не делают. Странные ребята. Ах, как неудобно, ребят. Блин. Напарница меня немножко отвлекает. И опять же недоработки, ребята. Опять же недоработки в плане того, что у напарника почему-то не отмечается оружие. Нету в руках. Я уже разработчикам говорил, да, прошли. Причем в сухую. Я разработчикам уже говорил, что доработайте это дело. И у нас 22 ранг. Ну, это вообще великолепно. Так, только лишь я перешел. Еще 50 карточек ПВПшных мы с вами имеем. Итого соточка уже, да, у нас? Да, соточка. Я даже не знаю, ребят, мне охота потратить на что-то вот эти вот помидоры, чтобы я уже мог их собрать. Давайте попробуем здесь пройти эту миссию. Как говорится, была не была. Все равно мы от этого качаемся с вами, получаем уровень. Так, понеслась. Посмотрим, что у нас здесь будет. Опять какое-то метро, да? Или нет? Это не метро, ребят. Привет. Ой, промахнулся. Сейчас мы будем... Блин, я с собой не взял нифига, кроме дробовика. Зашибись. Хех, взрыв. Ну, где вы, черти? Пошла отсюда. Ага. Откуда-то из ящика вылезла, что ли ты, а? Стоит. Корявая. Опа, 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 полезли, полезли. Вы представьте такую картину, да, ребят? Ты с дробовиком заходишь в какой-то супермаркет, а там такая орда зомбарей, причем лезут со всех щелей. А у тебя в руке всего лишь дробовичок маленький, даже обрез. Ух, легко прошли. Эх, я вон в первую очередь бы в тот банкомат бы побежал бы и сломал бы его, и деньги взял бы. А не так бы зарабатывал их. Так, забираем награду. Достижение у нас выполнено. Блин, нужно очень много золота. Тут чувак, да? Со щитом. Security. Я чувствую, что это будет у нас босс. Но для него, наверное, нужно будет столько мощей, чтобы его пробить. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь будет за миссейка такая. Надеюсь, будет весело и не так уж легко. Так, погнали. Ага, опять какая-то... Так, это у нас там жираба стоит, да?
Точно. Надо его убить. Два чувака ползут. Оу. Так, вот это мне не нравится. Не нравится мне вот эта затея дурацкая. Вот, смотрите, ребята, видите, какой он маленький. Ух ты, взорвался. А тот был здоровый просто. Он когда ко мне подошел, я был... Только лишь доставал до его пуза. А этот, да, с меня ростом. И разбирается на ура. Разорвало к ядрене фени. Еще пруд. Да ты ж сдох, это уже новый, наверное, видимо. Хорошо, что он медленно идет. И тех заодно прикрывает. Вот так вот. Ух, легко и просто оказалось-то здесь все. Так, деньги получили 300 ящиков. Блин, мне нужна горючка. О, еще 400 баксов. Зачистите зону. Выполнили мы это дело. Меткий стрелок. Блин, снайперку бы где-нибудь взять, а? Я бы пострелял бы с удовольствием, честно говоря. Сменить имя. Слушайте, сменить имя. Давайте, конечно, поменяем. Зачем мне какой-то там никнейм непонятный? Зачем мне вот этот вот Хантер там? Давайте на свой родной. Вот так-то будет лучше. Да елки-палки, еще нужно что? Заплатить золото для того, чтобы поменять никнейм себе. Зашибись. Ценник, конечно, здесь кусачий. В общем, ребята, мне нужно золото, да? Хрен с ним. Давайте заплатим 200 рублей. 350 золотых слитков. Замечательно. Ну, теперь-то должно хватить. Да, меняем. Да что-то... Какие цензурные слова? Чё они пишут? Ладно, сделаем по-другому тогда. Ну, надеюсь, прокатит. Отлично. 5 золотых слитков я себе вернул. Дальше у нас командный игрок. Вступить в клан. Ну, давайте посмотрим, что у меня из этого выйдет. 4 ПД, Life Best. Фиг знает. Арабские какие-то тут. Бандера. Слушайте, ну это, наверное, все не русские. Апокалипсис. Бандера. Смерть Казапам. Казапам. Опять эти чуваки, блин. Ладно, не будем здесь говорить. Ну что же, имя клана. Давайте создадим тогда свой. Так-то оно будет лучше, да? Создаем. И отлично. Good Game, ребята, у меня клан называется. Если кто играет именно из русскоязычных ребят, добро пожаловать, как говорится. Блин, мне нужен городской центр 5 уровня. Блин, как мне это вымораживает. Круто было бы иметь союзника, у которого есть завод по производству чизкейков. 100 лет их не ела. Ну, а я вообще их не ел никогда, и что дальше? Где ж такого союзника-то нам взять? Так, давайте-ка мы, наверное, заберем здесь все, что у нас накопилось. Ага, все не все. И ящик, естественно, откроем, бесплатный. Дай что-нибудь хорошее. Опа, рюкзак какой-то. Ага, это можно на себя надевать. Ладно, пригодится. Открыть. Может быть, за 25 золота открыть нам с вами сундучок и посмотреть, что здесь, а? Слушайте, довольно неплохой такой вариант. А ну-ка. Да ладно, блин, 75 шестеренок. Да какого лешего? Блин. Ай. 25 золота. Ну, меня, ребят, азарт распирает, честно скажу. Не знаю, может быть... Ключей-то у нас нет таких. Я даже не помню, где они приобретаются. Давайте еще откроем, а? Ну? Донна Эшборн. Хм. Донна Эшборн какая-то. Так, площадочка все еще улучшается. Ладно, пускай так оно и будет. Компашка. Компашки... А, нет, у нас только одна. Две. Две доступные миссии. Вот, вот эту вот можно попробовать пройти, да? Тут, смотрите, и баксов неплохо, и ящиков тоже. Оу,
Естественно, будем улучшать. Подожди, здесь нельзя, только множитель можно. Хрен с ним. А дальше нужен городской центр 6 уровня. Опупеть. Я 5-й-то не могу получить, блин, а не 6-й. ПВП и ящики. Ну, давай посмотрим. Алисия Хонону. 10 карточек. Пилот. У меня уже есть один пилот. 25 голды. То, что потратил, то и вернул. Джейкоб Неттер. Хорошо. Опа, 5 вернул, 25 голды. Опа, 10 карточек. Винтовки какой-то. Аптечка, 7 штук. Неплохо. Опять Донна Эшборн. О, 50 голды вернули мне. Блин, шестеренки, сколько... Блин, не видно было даже, ребят. 7 гранат. Так, детали автомата. И 25 голды. Так, опять Дона нам достается. Мы, наверное, уже можем ее призвать. Детали автомата 4 штуки. Маловато как-то дают всего. Гранаты 7 опять. Последние, ребята. Все, больше голды у нас нет. Жаль. И ничего толкового, честно говоря, не получили. Обидно маленько, ну да ладно. Так, ну что же, поехали. Выполним с вами эту миссию. Получим ящики, получим баксы. Ну, вертолетную площадку мы сегодня не дождемся, когда она закончится. А мне, наверное, придется пару дней сделать перерыва, чтобы накопить себе горючку на 5-й уровень своей базы. Опа, 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 2 прыгуна, блин, плюс бегуны. Да ладно, блин, рассусоливать. Опять я с собой не взял дробовик. Ай-яй-яй. Так, хорошо, блин, да ты достал. Ну, у меня аптечки есть, ребят, так что по этому поводу пока не стоит переживать. То, что я лопухнулся, конечно, вот это да. Да иди ты отсюда, блин. Оу, оу, как так, блин? У меня же вроде со здоровьем-то все нормально было. Че за фигня? Ну-ка нафиг. 49 баксов я заработал всего лишь. Офигеть, миссейку мне подсунули. Да и проигрываем мы с вами только лишь из-за того, что у меня нет ничего нормального из оружия. Тут все есть, но почему-то не дают ни карточек, ни билетиков, ни жетончиков, блин, ничего такого. Так что, ребята, придется нам ждать, дожидаться, когда у нас будет горючка, и мы с вами дальше будем развиваться и проходить эту игру. Ну, а на этом, пожалуй, и можно закругляться, да? Оружейное заполнено, понятно все. И, как говорится, ребятушки, всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующей серии. А на этом все. Всем пока и удачи вам. До скорого.